И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». В этом выпуске мы поговорим о знаменитой модели Алене Кравец, которая прокомментировала свой второй развод с супругом Русланом. Казалось, что совсем недавно она хвалилась тем, как неузнаваемо изменился ее супруг после того, как они сошлись во второй раз. Она рассказывала о том, что якобы он раскаялся и буквально сдувает с нее пылинки после их второй свадьбы. Спустя всего несколько месяцев после этого заявления стало известно, что отношениям Алены и Руслана пришел конец. В этот раз, как заявила Кравец, Руслан лишил ее ребенка. Долгое время Алена не хотела раскрывать обстоятельства конфликта с мужем, но ей пришлось рассказать, что она решилась уйти от него. Как оказалось, Алена ошибалась, наивно полагая, что Руслан изменился. На деле тот оказался таким же жестоким деспотом, нисколько не изменившись. Она добавила, что Руслан совершил много дурных поступков, после которых она уже не смогла простить его. Как бы ни было тяжело это осознавать, Алена вынуждена признать, что никакой дальнейшей совместной жизни с Русланом у нее уже не будет. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!